На протяжении многих лет в Ленинске функционирует городской добровольческий штаб, которому в 2014 году было присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны Георгия Евдокимовича Русанова. На сегодняшний день штаб включает в себя несколько самостоятельных отрядов, таких как молодежное добровольческое агентство, отряд здорового назначения, отряд «Добро Лайф» и новое направление – школа социальных тренеров. Узнай у тех, кто знает. В течение года ребята принимают участие в различных областных и городских акциях, а также оказывают адресную помощь горожанам. Адресная помощь оказывается круглогодично. И это не только складирование снега либо угля. Это также уборка огородов, копка огородов, мытье окон и уборка квартир. Очень много граждан охватывают наши волонтеры. В данный момент уже более 50 одиноким пенсионерам и инвалидам оказана данная адресная помощь. И до сих пор поступают звонки в наш центр с просьбой оказать эту помощь. Добровольцы, или как их часто называют волонтеры, это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны. Для города этот праздник особенно актуален, так как на территории городского округа традиции добровольчества, волонтерства очень сильны. Ни одно общественно значимое событие не проходит без участия добровольцев. И роль волонтеров в нашей жизни растет с каждым годом все больше и больше. В добровольческое движение в нашем городе входит более 80 человек, и с каждым годом эта цифра только растет. Каждый из ребят не понаслышке знает, с какими трудностями приходится сталкиваться волонтером и какими качествами он должен обладать. Добровольчество – это действительно что-то бескорыстное, бескорыстная помощь людям. Мы дарим любовь и заботу всем нашим окружающим, делаем добро, тем самым мы сделаем счастливее людей вокруг и делаем счастливее себя. Волонтер должен быть целеустремленным, он должен быть открытым для людей, он должен быть добрым, от него должна исходить светлая энергия, с которой он будет делиться с окружающими людьми. И также он должен быть и веселым, чтобы заводить людей. Только в этом году волонтеры Ленинска-Кузнецкого провели более 150 добровольческих мероприятий и акций. Реализовали немало социально значимых проектов. И на этом останавливаться они не собираются. Ведь то добро, которое они несут в мир, к ним обязательно вернется.